Цикл «Система Возрождения». Автор Вадим Фарк. Лишний игрок. Глава 29. После моего взрыва туман немного рассеялся. По крайней мере, мы увидели небольшие деревца, растущие метрах в 50 от нас. Именно туда я и собирался, как сказал Уивер. Ключ располагался совсем неподалеку. С одной стороны, я немного расстроился, что Атикулус не оказался именно тем боссом, охраняющим артефакт. Теперь нам предстоит столкнуться с кем-то еще, не особо доброжелательным. С другой, кто знает, где мог оказаться ключ. Возможно, на дне болота, и как его доставать. Даже с моими способностями я вряд ли что-то смог бы разобрать в такой мутной и темной воде. Когда истерика Светы сошла на нет, девушка обессиленно сжалась у меня на руках. Не отпуская ее, я что-то бормотал, лишь бы успокоить. Гуманоид сидел в стороне и наблюдал за туманом. Через несколько минут девушка пришла в себя, вытерла слезы и посмотрела на серого здоровяка. «Ой», — она обратилась к нему, — «ты прости, что я так вспылила». «Все нормально», — отмахнулся тот. «Эта каменная зубочистка могла только поцарапать». Света слабо улыбнулась и посмотрела на меня. «И ты извини», — в голосе послышалась вина. «Не стоило так бить и вырываться. Ты хотел помочь?» «Хотел». «Просто она говорила один в один». В этот момент ее голос снова дрогнул. «Так звала меня Алена, когда мы первый раз пошли в сад». Убегала со слезами. И вновь соленые капли заскользили по щекам девушки. «Понимаю», — ответил я. Когда я слышал голос племяшки, тоже не мог удержаться. Такая милаха. И тут Света внимательно посмотрела мне в глаза. «А что будет, если мы доберемся до финиша вместе? Ведь спастись может только один?» «Вот тогда и поговорим», — улыбнулся я. «Надо пройти 5 колец, прежде чем оказаться у финишной черты. А мы еще с первого не ушли. Вполне возможно, что получится вырваться нескольким. Кто знает». «Сам-то ты в это веришь?» — съязвил интеллект. Но девушка практически повторила его слова. «Думаешь, такое возможно?» «В Лимбе все возможно». На том разговор закончился. Мы решили, что не стоит задерживаться и дожидаться новых аномальных ловушек. Спустившись с камней, двинулись за гуманоидом, который после миража стал слишком молчалив. Может, злился из-за того, что я отдал на рукавнике Свете, а может, из-за отсутствия ключа. Или же все вместе. Его можно понять. Ведь никому нельзя доверять. А реально спастись уже сейчас способны только мы двое. Ему же с этим придется повозиться. И чем ближе мы подходили к деревьям, тем тверже становилась почва. Все чаще попадались оголенные участки земли, которым я не мог не радоваться. Бродить по неустойчивому слою лишайника, под которым сплошное болото, где плавают непонятно какие монстры, не вызывало удовольствия. Туман отступил окончательно, оставив гнилостный запах позади, а в лицо ударили солнечные лучи, согревая приятным теплом. Света на мгновение зажмурилась от удовольствия. «Наконец-то!» – пробормотала она. Перед нами раскинулись все те же тропические джунгли. Мы оказались на песчаном берегу с островками зелени. И стоило чуть подобраться к деревьям, как из-за них раздались воинственные крики, и на нас выскочила орда обезьяноподобных тварей. «Шеми! Уровень 1! Шеми! Уровень 2!» И снова эти мелкоуровневые твари особых проблем доставить не могут, но только в том случае, если сражаться один на один. Но Шеми прекрасно понимали свою уязвимость, поэтому налетали стаей. Вот и сейчас я насчитал не меньше 10 особей, но мобы продолжали выскакивать из зарослей, несясь на нас в припрыжку. Первым навстречу шагнул Ойвер, взмахнул громадной секирой и лишил голов 2 ближайших ушастых обезьян. Парочка других тут же отпрыгнула от него. Остальные же решили обойти громилу со сторон и напасть на нас со Светой. Неужто подумали, что если мы меньше, то менее опасны? Наивные. Я тут же стал металлическим и метнул в первого Шеми небольшой огненный шар. Тот попал точно в морду твари. Она заверещала, запрыгав на месте с опаленными глазами. «Вы нанесли критический урон!» А в это время ко мне уже подскочили другие твари. Я рубанул мечом наотмашь, снес голову с тонкой обезьяньей шеи, после чего ударил ногой по мобу, который решил прыгнуть и вцепиться мне в лицо. Он отлетел на пару метров, но я успел подскочить и пронзить его грудь, пригвоздив к земле.
Рядом продолжал скакать обожженный Шеми, наполняя воздух запахом горелой свиной шкуры. Я выбросил руку с мечом в его сторону, пробив тело насквозь. Алая кровь окропила песок. Я обернулся. На гуманоида больше никто не нападал. Оставшиеся мобы накинулись на Свету, посчитав ее самой слабой в группе. Вот только и она не дала им возможности полакомиться свежей человеческой плотью. В том, что они собираются нас сожрать, я практически не сомневался. Девушка ловко увернулась от одной обезьяны, успев при этом полоснуть ту по брюху, отскочила и с размаху опустила оружие на голову второго моба. И на этом все закончилось. Оставшиеся Шеми в ужасе убежали на болото, скрывшись в тумане. Тогда-то до нас дошло. «Они не хотели нападать», — произнес Ойвер. «Да», — согласился с ним я. «Бежали от чего-то или кого-то». После этих слов мы насторожились и обернулись к зарослям. Однако там все было тихо. Что могло напугать стаю диких обезьян? От кого они спасались? Думаю, скоро мы это узнаем. Но нет, я ошибался. Мы забрались в гущу джунглей, а на нас так никто и не напал. Посмотрим, что будет дальше, ведь присутствие чего-то неведомого ощущал каждый. Кто-то пристально наблюдал за нами, не упускал из виду, но в то же время боялся показаться. Или же это наше разыгравшееся воображение? «Никогда не расслабляйся, опасности везде, и ты должен быть к ним готов», — лишний раз напомнил интеллект. И все же, что за тварь бродит рядом? Мы справились с костеростом, с атикулусом, да и с другими опасными животными, населяющими Лимб. Но нынешняя угроза кажется более серьезной, чем все предыдущие. Но если бы не это чувство, то можно сказать, что джунгли приняли нас радостно. Над головой летали разномастные птицы, по сторонам парили насекомые, а под ногами тихо хрустели пожухшие листья. Мир вновь пестрил красками, привлекая внимание, заставляя любоваться собой и благодаря этому делая нас более уязвимыми мишенями. Я взглянул на карту. Насторожился. «В чем дело?» – спросила Света, когда мы остановились. «Кто-то поблизости. Либо черви, либо кабаны, либо волки». «Это хорошо», – Ойвер перехватил секиру. «Нам надо прокачать доспехи». «Может, сперва ключ?» – спросила девушка, посмотрев на здоровяка. «Он в другой стороне. Звери намного ближе». «Хорошо», – кивнул я. «Но давайте сперва проверю, кто там». Ойвер хмуро посмотрел на меня, но против ничего не имел. «Мда. А гуманоид-то нервничает. Зря никто не собирается его обманывать. Слабое звено нашей группы уже сломлено, а точнее порвано на части». Отломив от куста веточку, я превратился в деревянного истукана с торчащими отовсюду зелеными листьями. Идеальное прикрытие. Раздвинув папоротник, я осторожно зашагал к движущимся маркерам, пока через несколько метров не услышал повизгивание. А когда пробрался дальше, оказался на краю небольшой опушки, на которой лежало стадо диких свиней. Они блаженствовали, завалившись на бок и подставив пузо под теплые солнечные лучи. Вокруг с хмурым видом бродил вожак, выискивая угрозу. С подобным стадом я уже сталкивался, но тогда все получилось не совсем так, как мне хотелось. Точнее, вообще не так. Я быстренько вернулся к остальным. «Что там?» – первым спросил гуманоид. «Кабаны, думаю, на всех хватит. Меня совершенно не смущал тот факт, что придется вырезать десяток зверей. Это всего лишь мобы, неживые существа, да и система сама требует подобного обращения, предъявляя набор различных ингредиентов для улучшения доспеха». «Идем?» – вновь обратился Ойвер. «Да», – кивнул в ответ я, принимая прежний вид. «Все же ману надо экономить, только постарайтесь не шуметь». Не сказать, что мне очень-то хотелось обычной охоты, хотя я понимал, это необходимо. Видимо, непрекращающийся трэш, сопровождающий меня с первых шагов, заставляет готовиться к чему-то большему. Мои похождения в Лимбе идут по нарастающей, как и положено в обычных игрушках. Сперва простые мобы, типа кабана, шеми, волка, а дальше посильнее – медведь, аспид, костерост, атикулус. Мне не хватало встряски, к которой я так привык. Идти и резать дремлющих мобов надо, как бы это ни звучало, но попросту неинтересно. Как-то так. «Да ты обнаглел!» – послышался издевательский голос интеллекта. «Может быть, не спорю, но ничего не могу с собой поделать». Но стоило только подумать о скуке, как Лимб выбросил очередной сюрприз.
Пожалуй, в следующий раз не стоит на это жаловаться. Когда мы приблизились к опушке, где до сих пор слышалось похрюкивание, а лицо гуманоида наконец стало довольным, над головой раздался шорох. Рука автоматически сильнее сжала рукоять. Я моментально стал металлическим, подняв взор. Надо мной раскрылась здоровая змеиная пасть, обнажив длинные клыки в розовую глотку. А в следующую секунду сверху рухнула змея, впившись в плечо. «Минус 2 XP!» Света вскрикнула от неожиданности, а Уивер метнулся на помощь, но пришлось его остановить. «Кабаны!» Голос все-таки сорвался на крик. «Убегут! Я справлюсь!» Гуманоид все правильно понял и припустил на опушку, прихватив с собой девушку и оставив меня наедине с гигантской рептилией. Что может случиться, когда у тебя полная шкала манны, а сам состоишь из металла? К тому же противник не особо опасен. Аспид, уровень 3. Малый представитель своего вида. Предыдущий и то был больше в несколько раз. Но Лимп не собирался останавливаться и подбросил новую шутку. Упав, Аспид хотел прокусить плечо, но не вышло, хотя боль я почувствовал. И вот тогда он поступил, как любая разумная змея. Моментально обвил кольцами, из-за чего руки оказались прижаты по бокам. А тварь-то сильная, даже с таким уровнем. Вот и понимай, как хочешь. От Тикулоса, который намного превышает меня, я одолел за считанные минуты. А от гада, что должен уползать, только завидев мои блестящие доспехи, не могу даже освободиться. Тем временем тварь все сильнее сжималась. Минус 3 XP. Минус 5 XP. Сука, а ведь это и правда больно, даже в таком состоянии. Не стоило отпускать парочку, так бы они помогли. Вообще не время для издевательств. Мне бы вырваться из этих смертельных объятий, ведь воздуха в легких становится все меньше. Да, вот она, обратная сторона многообещающей способности мимикрии. Каким бы ни становился, кроме водяного, дышать чем-то надо. Еще внутри гигантского кальмара чуть было не задохнулся, а теперь и подавно. Тогда-то никто специально не сжимался. И как назло, манна подобралась к середине шкалы. Как так-то? Ведь раньше расход был меньше. Все из-за экстренной ситуации. Организм борется с внешним раздражителем, делая металл еще крепче. Хоть какая-то полезная информация. Вот обижусь, вообще буду молчать. Ну да, как же, обидится он. Скорее сведет с ума своей болтовней. Да и черт с ним, есть проблемы понасущнее. Морда змея зависла надо мной, снова раскрыла пасть. Ох ты ж! Я даже не успел среагировать, как моя голова оказалась внутри узкой глотки. Мерзко и жутко, потому что Аспид собирался проглотить меня живьем. К тому же на лице сомкнулась склизкая масса, перекрыв дыхание. Я на мгновение запаниковал, но уже в следующий миг разозлился. Вложив все силы в магию, разжег пламя сразу в обеих руках. Из-за того, что тело мое представляло одну сплошную железяку, оно начало нагреваться. Тогда-то змей и поплатился за свою наглость. Моб рванул назад, освободив голову и разжав кольца. Я рухнул наземь, хватая ртом воздух. Горло подступил ком, меня тошнило. Но кое-как удалось справиться с отвратительным чувством. Вырвав пучок травы, я вытер лицо. Вскочил на ноги и направил меч в сторону противника. Но тот пока и не собирался нападать. Аспид крутился на земле, словно уж на сковородке, подпрыгивая и изгибаясь во все стороны. Примерно в центре красного тела я заметил два крупных кровоточащих ожога. Ага, значит, сработало. Не мешкая, я бросился в атаку. Змей даже не обратил внимания, когда я оказался рядом. Бить по шкуре бессмысленно. Помню по прошлому сражению. Конечно, эта тварь слабее, и вполне возможно, я смогу пробить чешую. Но времени для экспериментов совершенно нет. Поэтому, подскочив ближе, я вонзил лезвие прямиком в обожженную рану и рванул вниз. «Вы нанесли критический урон!» Аспид зашипел от боли, вскинув голову. Дернулся в сторону и на мгновение уставился на меня глазами, полными ярости, а потом атаковал. Но я был готов, выставив перед собой меч. Монстр не успел увернуться и сам налетел на оружие. Но в то же время его пасть смогла целиком уместить руку, а клыки сомкнулись на шее. Минус 7 XP. Я почувствовал боль. Видимо, мимикрия теряет свою силу. Но в ближайшее время она может и не понадобиться. Глаза Аспида стали стеклянными. Он испустил последний дух. Ведь из его макушки торчит острие меча. В
Все же эту махину удалось пробить, хоть и изнутри. Монстр еще пару секунд отягощал руку, а потом испарился. А перед глазами всплыли надписи с лутом. Клык аспида – 2. Чешуя аспида – 4. Хм, меньше, чем в прошлый раз. Но тогда-то и чудище было побольше. Впрочем, надо довольствоваться тем, что имеешь, и не жадничать. Но созерцание примятой травы, на которой только что происходила ожесточенная схватка, прервал истошный поросячий визг. Я тут же бросился на звуки, а когда выскочил из зарослей, то готов был рассмеяться. По опушке носился толстый кабан, или кабаниха, поди пойми, кто там. А на его горбу уместилась Света, вцепившаяся в темно-серый загривок, и оба истошно орали. Влад справится, в этом Ойвер был уверен. Змей всего лишь с третьим уровнем. Землянин убивал врагов намного опаснее. А вот из-за суматохи и криков кабаны могут сбежать, чего никак нельзя допустить. Поэтому он схватил девушку за руку и бросился к животным. Парочка буквально вылетела на опушку, застав зверей врасплох. Те еще не успели понять, что происходит в лесу, как оттуда вырвались два вооруженных игрока. Ойвер сразу же подскочил к вожаку, который ринулся на противника. «Дикий кабан. Уровень 3». Слабоват, поэтому его голова покатилась по траве, орошая ее кровью. Следующий взмах лишил жизни двух свинок поменьше. Лезвие просто разрубило их туловище. Вот тогда стадо опомнилось и ринулось во все стороны. Однако гуманоиду ничего не стоило настигать свои жертвы длинными прыжками и мощными ударами. На его щиту уже числилось 7 свиных тушек, в то время пока Света успела пронзить мечом лишь одну свинью. Гуманоида переполняла жажда крови. Ярость затмила разум, и он бил мобов одного за другим. Все как тогда, в родном мире. Только в прошлый раз были не обычные зверьки, а вооруженные до зубов головорезы, стоявшие на пути к главной цели – убийце его семьи. Ойвер добрался до него. Вот только смерть главы мегакорпорации не может остаться незамеченной. А за подобные преступления лишь одно наказание – смерть. «Смерть!» – взревел здоровяк, опустив со всей силы секиру на макушку очередной свиньи. И когда кровь брызнула ему в глаза, то наваждение исчезло. Он мог здраво мыслить и спокойно дышать, хотя оба сердца бешено колотились. Набрав полную грудь воздуха, он шумно выдохнул. Достаточно убийств на сегодня, тем более, что остальные звери уже скрылись из вида. Тогда-то он и услышал пронзительный крик вперемешку со свиным визгом. Обернувшись, чуть не столкнулся с обезумевшей животиной, на спине которой восседала Света.